В этом коротком видео я расскажу вам, как залить ваш существующий репозиторий с проектом на GitHub. Мы открываем GitHub и создаем новый репозиторий, предварительно авторизовавшись. Называем наш репозиторий, например, блок app. Делаем его публичным. Добавляем gitignore, который позволит нам игнорировать некоторые типы файлов, которые не нужны нам на репозитории, и лицензию. Создаем репозиторий. Репозиторий создан, в нем уже есть два файла. То есть один коммит уже здесь есть. В нашем репозитории, в котором мы работали локально, тоже есть история коммитов. И сейчас наша задача добавить наш проект, существующий, на удаленный репозиторий на GitHub. Делать мы это будем следующим образом. Открываем контекстное меню и через инструмент tortoisekit добавляем наш удаленный репозиторий на GitHub в ремоуты, в наш локальный репозиторий. Берем адрес нашего репозитория на GitHub, добавляем его адрес сюда и говорим применить. Теперь мы попробуем сделать синк. Нам нужно выбрать удаленный бранч на репозитории. Выбираем и сделаем пул, то есть набираем удаленные коммиты к себе. У нас есть один конфликт, о котором нам говорит и Visual Studio, и инструмент tortoisekit, и этот конфликт касается файла gitignore. В нашем проекте он не такой, как на удаленном сервере. Мы разруливаем этот конфликт, взяв удаленную версию файла к нам. И теперь делаем push. Нам нужно закоммитить наши изменения в локальный репозиторий. И теперь делаем push. Все, проект улетел на GitHub. Теперь, чтобы удобнее было работать из Visual Studio, мы должны сделать такую штуку. Publish branch. Все. Теперь изменяю что-нибудь в нашем проекте. Мы можем синхронизироваться прямо из Visual Studio. Все.